Хей, окей, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру под названием Резплз. Резплз, не знаю, как это переводится. Это у нас демо-игрули, не знаю, мышка скорее всего видна, либо не видна, это не суть. Ну, давайте, new game. У нас только выход и... Ага. Ну, мы не можем выбирать. И можем только нажать... Один игрок. It was a time of peace, a time when magic was used strictly for good, or so we thought. There was a force that Мышкой. Короче, все было хорошо, пока какие-то темные люди, как эта организация не пришла, бла-бла-бла, не забирали души с помощью глаз, это я по картинкам говорю. Пришло зло, метеориты обрушились на замок, королевство. Есть два ученика, которые очень херово учились. И они что-то там хотели заполучить резику пилзус какой-то. Плевать. Произошло землетрясение, и братья упали. К ним что-то там пришло, какая-то бабочка смерти, либо что-то типа того. А интро козел с немножко расстроенным лицом. И у нас какая-то тут развилочка, да, что-то нужно выбрать. Main меню, давайте, ладно, лава из баттерфляй. Та бабочка, тап-тап-тап. Нажмите прыжок, если вы готовы. А, что это было, не знаю. Ой, кажется, наш друг немножко потух. А мышка видна на экране, это плохо. Ага, мы можем переключаться между двумя братьями. Они у нас два волшебника. Скорее всего, это чистая игра у нас для двоих. Типа, сколько раз мы можем воскрешать того или иного своего, да? Мы можем скользить, мы можем от стенки до стенки прыгать. Бабочка переключается, когда мы за кого-то играем. Зелено-синяя. Так, а что у нас еще было? Chain Mask. Так, контроль. X атака, А jump. Так, переключаться. X и А. Ага. Нужно... Ух ты ж, ё-моё. Манать. И как мне спустить другу? Я сейчас не понял, как я это сделал. Но я очень быстро... Во! Не, показалось. Что мне делать? Я не понимаю. Можешь мне... А, стоять. А, призвать я его не могу, да? Только если он сдохнет.
Ага, у нас здесь такая головоломка. Какой-то промежуток раз мы можем сдохнуть. Теперь хотя бы более-менее понятно, куда мне бежать, что делать. Так, готово. Короче, это у нас все логическое дело. Хорошо. Да, логическая игра у нас. У нас есть определенное количество раз, сколько мы можем заюзать посох. Убили немножко козу. Ага. Значит, даже так. Так, вэю, сторит. Хорошо, мы с вами, короче, нашли какой-то секрет, спрятанный где-то там, такой высоко. Так, ладно. Вызываем его сразу. Сразу вызываем. С одного удара убиваем. Так, здесь наверх. Я только, конечно, в итоге не понял, как мне нужно было пройти. Здесь то ладно, уже понятно. Ай. Это я немножко тупанул. А теперь нормально. Нужно юзать черепки, которые активные. Ну, здесь, в принципе, понятно, что делать. Вот это вот непонятно. Но это плохая вещь, я думаю. Это херовая была идея. Короче, к этому вообще касаться нельзя. Тихо. Короче, пускай когда вниз спустится, во. Как мне подняться? Сложно, сложно, сложно.
Божечно. Так, ну это понятно, это должно сдохнуть. Этим я призову. Тогда пускай лучше этот идет. Да, грязные эти трюки. Когда перейдем, нужно будет... А, все. Окей. Один игрок. Кейп-стория. А, то есть у нас всего лишь была одна локация, открыта из шести. А, это мод. А ну, зайдем. Окей. А, тё, это у нас гонка. Это типа батута, да, местного? Нифига. Это левел первый. Это какой-то типа... Типа гонок каких-то. Я примерно понимаешь, что будут юзаться? Что будет в игре юзаться? Ну, такое. Да, это походу кто первей добежит. Да, я прав. Только один уровень здесь у нас есть. Ай. Только один уровень. А здесь, в принципе... А, ну хотя... Отдыхать, да. А-а-а, вон оно что. Безопаснее было. Подожди, я за цепиш могу хвататься? Не-не, я должен это узнать. Кажется, да, могу. Да, хвататься нужно за левую кнопку мыши. Ну, тут хотя бы можно увидеть двух врагов новых. Это мясника и вот эта летучая мышь. Электрическую. Электрическую, потому что типа пила. Давай, давай. Жертвоприношение, все готово. Ну, мне кажется, она очень короткая, да, типа у нас. Что у нас уже есть? Это типа демош? Давайте в меню зайду. Ой, я немного с игры вышел, да?
Сейчас все будет. Поговорим о игре немного. Да, это пиксельный жанр, снова же, как и обычные игры, которые я прохожу. У нас это, если что, графика самая высокая. По красоте, так сказать. Нам дана история. История, которая озвучена. У нас есть, ну так себе, анимированные какие-то предметы. Частички, видите, так как-то. Сделана менюшка, ладно, красиво, но именно шрифт букв, ну, такое себе. На 6 из 10. Да, типа, история такая. У нас идет, получается, 5 уровней и перегонки друг против друга. Лавовый у нас есть. Баттерфляй, либо... А подождите, лайвленная бабочка какая-то. Баттерфляй — это бабочка. Огненная бабочка. А им энегот. Короче, козел. Нет пещеры. November. Без цифр. Лава не файтер. Не воздух. И конец из нер. Не знаешь, как это понять. Так, ну у нас здесь что есть, получается? Всего лишь 5 уровней будет. В игре. Может, следующий. Это типа будет первая глава, знаете, там. И перевернёт страничкой, там еще что-то будет. Не знаю, ну... Пока что видно, что игра, ну... Она не сырая, но... Если ее так оценить, да, вот именно по 10-бальной шкале... Я бы игре, наверное, поставил... 6... Не, давайте... Округлим. 7. Даже не буду округлять, будет ладно, 7... 25. Короче, 7,25 я бы поставил игре, потому что саундтрек довольно тихий. Не знаю, слышно было вообще у меня на записи саундтрек. У нас есть боевая система, у нашего 1 хп, у врагов тоже 1 хп, как я понял. Мы можем взаимодействовать с предметами. Может быть, еще что-то завезут. Прикольно. Ну-ка, давайте я посмотрю, как будет... На 2 игрока. Давай, лава. То есть здесь тоже, видите, как бы вариант. Я не знаю, почему я могу на одного игрока играть. Вот это. Да, типа призываем. А, видите? Типа одна кнопочка у нас влияет на переключение. Я не понимаю смысл самой бабочки. Я за того челика ходить не могу. Значит, нужна другая какая-то кнопочка. Ладно, не суть. Disable sound. А, так, ё-моё. Почему я не могу увеличить? Я не могу саундтрек увеличить? Не увеличится громкость саундтрека, я понял. Ладно, не суть. В принципе, задумка хорошая. У нас идет на логическую. И по игрулю. У нас с вами только здесь, как вы видите, ограничение по способу воскрешения, там, союзника и все такое. Поэтому как-то так. Не знаю, будет фулл версия, можно будет и пройти. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.